Ну что, друзья, мы находимся на дилершипе Infiniti. Вот вы видите QX, это, по-моему, 50-й. Вот, но нам великоват. И они их много продают, а мы сказали, давайте-ка проедемся на 30-ке. Потому что он поменьше, как бы. Говорят, ну и говорят, у нас очень мало, говорят, на дилершипе, мы их мало продаем. Может быть, в лучшем случае их там всего штук 10. И вот, вот такой вот, например, вот такого плана. Хотя этот, наверное, уже не новый, да? Это, наверное, не новый. Ну да, это pre-owned. Ну вот они такие красавцы. Мы едем. Направо. Окей. Мы едем в Infiniti 30. Она такая небольшая. Свет, есть какое-нибудь суждение? Ну, не знаю, вот она шумная машина. Шумновато, да? И достаточно аскетичная. То есть, ну, она просто была в ренте вроде бы. То есть. Она, нет, ну, конкретно эта, которую мы видим, она у них в течение года была там где-то, они давали клиентам, которые машину приводили на ремонт, но или там на обслуживание. Но говорят, что новая не отличается по езде, поэтому нет, взяли по езде на ладно, этой прокатиться. А просто по внутреннему убранству может быть отличается. Ну, она аскетичная, да. So we go to Stevens Creek, go right. Uh-huh. You'll have to go around this truck. It will not move. No. No. Okay, let's go around. There is nobody. No, there is someone there, yeah. Okay. Ну, даже не знаю, что сказать. Понимаешь, что получается? Если бы мы взяли модель более крупную, более дорогую, там можно было бы нагрузить ее большим количеством фишек, это как бы изначально не нагружается особо в силу того, что вот такая модель. Вот, это не повод брать более большую. Это машину. Не повод брать большую, да. Мы уже видели маленькие, которые лучше ездят. Да, хорошо, хорошо. Окей. Большую мы не хотим пробовать, правда? Mm-mm. Ну, уже да. Ладно, круг заканчивается. Мы, наверное, не будем больше эту в этом мире, так сказать. Оценивать, значит, вот у нас идет BMW, за ним уже Infiniti. Чуть подальше, в данном случае, это ты на солнышке снимаешь. Так, ну да, да, ничего страшного. А, should we go this way? Yeah, right in here. Okay. Left, right?